У нас будет, это полуфэт будет, да? Это же не фэт. Да, это просто будет полуфэт, туринг. Сейчас боночки поставятся. Такой вот красавчик. Полуфэтбайк КМС. И три боночки мы уже запрессовали. И бонки даже снизу рамы для еще какого-то бутылкодержателя. Так, вот процесс изготовления. Ух ты, как тут туго. Слушай, это придется пересверливать, походу. Вот сюда зашло. Не, я бонки вовсе, да? Эти вставлял. Сейчас примерю, что-то не пошло. Оп. Оп, все зажали. Теперь удаляем, потому что мы уже тут одну бонку чуть резьбу не сорвали, когда рукой стали тянуть, потому что натяжение не чувствуется, когда вручную затягиваешь. Теперь так, сейчас я беру и дожимаю уже вот таким вот образом винтик специальный каленый очень большой прочности через шайбочку. Туда на всю резьбу самое главное загнать, чтобы резьбу не сорвало. И ключом уже чувствуется усилие, которое необходимо для дожатия. Так. Оп. Оп. И еще чуть-чуть. О, все. Больше не надо. Так. Сейчас ослаблю. Оп. Все, теперь бонка будет держаться. Мы 8 килограмм сейчас пробовали нагрузку не давать. Не, вообще ничего не происходит. То есть, вот так вот достаточно прочно все это сидит. Если что, можно всегда подтянуть ее будет. То есть, опять так же закрутить и так же подтянуть. Все. Такая красота. Будет туринговый полуфэтбайк. С туринговым офигенным рулем необычным. Вообще как раз такой спрашивали руль. Модный становится. И тут очень классно сделаны крылья. Полноразмерные. С боковыми щитками. Просто из обычной канцелярской папки. Вырезаны. И вот степлером. Там клей, наверное, да, еще? Или просто скобы? Нет, там клея нет. А, просто на скобы так собрано? Да. Ну, офигенно. Просто из обычной канцелярской папки. Сделаны вот такие офигенные крылья. Учитесь.